Артур Ванецан решил, что вправе определять условия мира между Баку и Ереваном, передает Азия Ас. Мы однозначно сторонники мира. Но мир не может быть установлен на предложенных Азербайджаном 5 принципах. Вокруг этих принципов не может быть даже переговоров, заявил в ходе пресс-конференции на площади Свободы руководитель фракции «Честь имею», председатель партии «Родина» Артур Ванецан. Он вновь уточнил, о чем азербайджанские 5 пунктов. Они предполагают полную сдачу Арцаха, отказ от всего, передачу Азербайджану так называемых анклавов с признанием территориальной целостности Азербайджана. Такое соглашение не может быть подписано, сказал Артур Ванецан. По словам оппозиционного деятеля, после формирования нормальной власти все эти вопросы якобы можно решить в кавычках дипломатическим путем. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.